Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать небольшой прикольчик, лайфхак такой, да? Мне нужно с подручных средств сделать некий импровизированный такой столик. Вот, я сейчас вам покажу, что я задумал. Вот, элементарная как бы конструкция. Смотрите, вот у меня такая доска. Вот. Я уже разметил вот тут вот разметку под ножки и засверлился. Вот шуруповертом. И сверлышком. Теперь я что хочу сделать. Смотрите, это отметки я сделал подножки табуретки. Я ее вот так вот разворачиваю, устанавливаю сверло в шуруповерт, вот, переключаю на второй режим сверления, ставлю редуктор на режим сверления. Вот отметка здесь есть. Так, сейчас вот это сразу же отметками надо будет примериться. Беру вот так, поворачиваю, вот разворачиваю, беру по центру уже вставленным сверлом, здесь аккуратненько засверливаю прямо в центр, тихонечко. Вот, раз. Так, обратно, чтобы не дергать, лучше переключить шуруповерт в режим реверс, чтобы дрель, да, в режим реверс, и спокойно выйти. Также здесь прямо по центру. Тут не ошибешься, потому что вот когда пальцем вот так вот придерживаешь, ты чувствуешь сразу центр. Плюс сверло надо, естественно, брать по дереву, видите, оно с иголочкой. Вначале упереться и не сбиться. Вот, раз, обратно. Раз. Обратно. Здесь попробую вот на этой ножке побыстрее. Но все равно лучше не спешить, чтобы не расколоться. Вот сюда. Вот так, раз. Так. Засверлиться это я под саморезы. Так, вот я вытащил сверло. Сейчас поставим бисер. У меня их несколько штук. Засверлился, чтобы не расколоть дерево. Вот шуруповерт. Вот бита. Такую вот биту. Небольшую возьму. Под мебельную, так скажем, саморез. Вот я здесь большим сверлом засверливался. Специально, чтобы свободный ход был. Потому что зажимать будет с самой ножки. Вот здесь. Вот так вот. Вот. Здесь можно потом отцентровать. Один сейчас мы закрутим. Переключаем в режим завинчивания. Вот. Переключаем редуктор на небольшое усилие. Здесь. И просто вот тихонечко закрутились. Теперь вторым также отцентруемся. Вот видите, я здесь уже минус, здесь нам позволяет саморез прицелить. Зенковку не делал, утоплю таким жестким способом второе место. Ну, также сейчас тихонечко. Вот, раз, все. Ну и третий, четвертый также устанавливаю. Вот, они уже здесь точно попадут. Вот. Сейчас на всякий случай даже ножкой. Вот, и выгрузки здесь. Вот, прицелюсь вот так, чтобы совпадала ножка. Последний тоже. Вот. Ножки гибкие у табуретки, поэтому можно, когда здесь вставил, можно наш на краешек прицелиться. Вот и все. Вот такой импровизированный получился небольшой столик. Наоборот, вот этим вот шуруповертом. Вот в таком наборе он. Чемодан. Здесь есть и другой инструмент, который сейчас нам не нужен. Ну и все. И вот так вот здесь на
вот этот столик, что-либо можно сделать. Вот такой вот быстрый стол. Я даже не стал, видите, центровать, так быстро вам показать. Плюс можно вот так вот, получается, вот так вот установить табуретку. И она будет более устойчива. То есть куда-то залезть можно. Или наоборот. Ну это так, временно, чтобы повернуть. Потом я, естественно, обратно откручу. Вот, и все. Вот такой вот маленький получился стол. Вот, быстро, из подручных средств. Все, на этом всем спасибо. Сильно не ругайте. Я не профессионал, плотник и любитель. Решил с вами поделиться, что можно сделать. Всем пока. Спасибо, до свидания.